Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Забираем свои награды. Так, 601 бакс у меня. Так, зайдем в магазин, откроем колоду. И нам выпадает Макман собственной персоны. И выполненные задания тоже с тобой закрываем. Нам нужно сразиться в боях. Но для этого мы с тобой возьмем, конечно же, нашего Шреддера. Мы еще с ним не закончили, как ты знаешь. Вот он. И давай смотреть, нам нужно с тобой найти, ё-моё, 6, короче, катушек с пленкой, да? 6. Давай попробуем быстренько с тобой найти. Но, как видишь, мне подсовывают мутаген. Так, одна катушка найдена. Так, вторая. Остается, ага, 3. 3 штуки еще. Итого 2. И последнюю тогда находим. Все, ребятушки. Так, следующее, что нам нужно найти, это номера вот эти вот, 12 штук. 12 штук номеров. Блин, вот с ними будет немножко посложнее. Хотя они находятся тоже не так уж и сложно, но... Автомобильный номер 1, 2, да, и задания у нас, к сожалению, уже выполнены. Поэтому продолжим уже в следующей серии искать. Закрываем. Так, поднять уровень персонажа. Ну что же, у нас с тобой не так уж много мутагена. 17 тысяч. Но я думаю, нам хватит, знаешь, на что? Например, прокачать Джастина. Что скажешь? До 60 уровня. Все, отлично. Так, друзья мои, ну что, сегодня планирую я пробежаться быстренько по арене. Это первое. Во-вторых, мы пройдем, наверное, сегодня с тобой смятение из другого измерения, да? Как ты думаешь? Я думаю, будет неплохо. Так, зайдем в магазин, и здесь ничего для нас нету. По жетонам, кстати, насчет жетонов. Здесь мы с тобой нашли. Так, а что будем следующего-то искать, а? Я склоняюсь все-таки, друзья мои, к Донателло. Я не знаю, пиши в комментариях, как ты думаешь. Может быть, ты захочешь, чтобы я искал Микеланджело. Или вообще Леонардо Космос. Кто его знает. Так, ну что. Тут, кстати, можно мутаген набить, но это уже потом. Давай вначале посмотрим. Я нахожусь в Лиге Мастеров. Ранг 2 и 2 звезды. Так что, ребят, давайте быстренько с тобой пробежимся. У нас 16 откатов, то есть это полноценных 8 боев, если мы будем брать именно Усаги и Леонардо вкупе. Так что выбираем, наверное, с тобой, ну, вот это вот, Брэндона. Раз, два, и начнем мы, наверное, отыгрывать с тобой 51, 52 и 60 уровень. Как думаешь, они выживут у меня, а? Я немножко сомневаюсь. Ну, я рискую. Я рискую. Я всегда, я рискую, ребята, парень, в плане вот этой игры. И мой риск не всегда, как говорится, заканчивается успехом. Но если заканчивается успехом, я очень рад этому. Опа. Смотри, в данный момент, в принципе, неплохо, я тебе скажу, потому что они все упадут. Ну, отлично. Ну, естественно, ребята, постепенный урон, когда висит на всех, то после удара Леонардо, если кто-то выживает, сразу же отправляется в мир иной. Ну, а мы с тобой сейчас обязательно переходим. Во-первых, в Лигу Мастеров 3 звезды. Ну-ка. И какой нам достанется ранг? 89-й. Ну, что я тебе скажу, где-то боев 8 как раз нам и понадобится. 8-9, если все пойдет, как говорится, без сучка и задоринки. Ну что, возьмем с собой Кунгена. Кунген. Выбираем опять же наших персонажей. Раз, два, три. Ну тут, в принципе, можно не волноваться. Они 60 уровня. Да, я имею в виду именно Шреддер, Нейтрализатор и также Ванька-Стиранка. С одного удара они вряд ли кого-то здесь подобьют. Но нам тоже нельзя расслабляться. Надо бить в ответочку. Смотрим. Вот как ты это мне объяснишь? Ты посмотри, что происходит. Усаги сделал свою вертушку. Да, он нанес немало урона, но он не повесил постепенного урона. Только на Ваньку Стиранка. Это может нам плохо аукнуться, если честно. Но, слава богу, Леонардо здесь все-таки поддержал команду и сделал все свои усилия, чтобы просто, ну, завалить наших противников. За это ему отдельное спасибо. Ну что же, давай тогда двигаться дальше. Я надеюсь, 75-я позиция, да? 77-я. Плохо. Я немножко побольше рассчитывал.
Ну и здесь мы с тобой возьмем, наверное, Энди. Тихо, тихо, тихо. Какой Энди? Ё-моё, ребят, вы что? Я же давал себе уже слово, чтобы не драться против Микеланджело. Возьмем-ка лучше вот Михаила. Да, тут будет немножко попроще. Там просто у нас был Микеланджело, вот этот вот. И мы знаем прекрасно, чем это грозит для нас. Раз, два, три. Ну да, в принципе, вот здесь хорошо. 61 уровня только лишь у нас Паукус. Змея-карай какого там? 67-го? Или какой у него уровень? Сейчас посмотрим. 61-й, ё-моё, они вдвоем 61 уровня. А ну-ка, Усаги. Не расслабляемся. Да чтоб тебе, а? Ну ты посмотри, что он творит. Он совсем распоялся, а там и Бибоп без постепенного. Так, ладно, предположим, паутинка подобьет. Фух. Ну что же, нам опять с тобой повезло. В очередной раз, это уже второй бой. Я думаю, на третий раз меня такая везучесть не посетит и разобьют, скорее всего. Но я без боя не сдамся. Так, у нас с тобой 67-я позиция. 10 ступенек мы с тобой пролетели. И надо нам еще сделать 6 боев. 6 боев, чтобы быть в топчике. Да, ребята. И на этот раз я возьму, наверное, Томми. Да, здесь оптималочка. Ну, правда, есть Сплинтер, который тоже меня не особо здесь устраивает. Со своей контратакой, насколько мы знаем. Но я думаю, мы здесь выстоим. Тем более у нас 70 уровень, а здесь 79. То есть, если даже Лео или Усаги здесь не справится, то, скорее всего, Караечка добьет своими кунаями. Или же тот же самый Шархан. Мне хотелось бы, чтобы Шархан сделал завершающий удар. Так, тихо. Постепенно урон висит абсолютно на всех. Смотри, сейчас они будут падать. Ну-ка, Карайка, давай. Ну, добьем в рукопашку. Я, честно говоря, хотел, чтобы они все упали от постепенного урона. Но, видишь, пришлось добивать. Ну, ничего страшного. Давай посмотрим, куда мы с тобой сейчас перелетим. На какую позицию. Я думаю, где-то будет 58-я. 57-я. Да ладно. Друзья мои, что-то меня здесь где-то обманывает. Не может быть, чтобы всего 7 ступенек я пролетел. Это уже спецом все сделано. Ну что ж, давай возьмем Изака. Как же так-то, а? Стараешься, выпендриваешься. Как-то хочешь получше все, и на тебе. Просто бракуют на месте. Ну я, конечно, могу купить себе откаты. Тут спору нет. Но хотелось бы без этого как-то. Ладно, ребята, давай посмотрим, что на этот раз получится. Так, Усаги делает вертушку. Ну, здесь неплохо. Неплохо, плюс Зэк бросает свою бомбочку, которая в последнее время вообще срабатывает фиг поймешь как. Она практически не вешает замедление. Вот что я заметил. Я не знаю, может быть, была какая-то обнова или какой-то, я не знаю, ребаланс наших персонажей по именно по суперударам. Я просто помню, до обновления он бросал бомбочку и замедлял практически всех. Сейчас он замедляет только одного, но максимум двух противников. Что происходит? Объясни-ка мне, а? Так, здесь у нас, значит, Жизель, Луис. Я, наверное, возьму... Ну, давай Жизеля. А почему бы и нет? Давай разберемся именно с ним. Так, здесь возьму Донни. Плюс не надо Розара. Микеланджело возьму здесь. И... И кого-нибудь слабенького, например, будет Мондагека. Но не забывай, что здесь Хан 79 уровня. То есть, если он прочухает, да, что у меня здесь есть Мондагека, он вспылит. Поэтому дай-ка я попробую, наверное, в первую очередь ему прописать пару ударов, чтобы Усаги со 100% вероятностью мог его добить. Ну-ка. Да, отлично получится. Смотри, упал. И Леонардо всех добивает. Ха-ха. В плане? Да вы что, издеваетесь сегодня надо мной, что ли? Я не могу понять, а? Трындец какой-то, а? Все-таки Донателло выжил. Как он умудрился? Объясни мне, а? Я понимаю, если бы у него был бы откат от смерти. Ну, защита была, да, такая? Как у... вешает обычно у нас Армагон. Но у него такого не было. И тем более здоровье-то у него было чуть-чуть. И он выстоял. Удивительно просто. Ну что, друзья мои, 4 боя, а у меня всего на 3 боя хватит наших откатов. И вот здесь вот дилемма. Хватит ли вообще этого мне? Ой-ой-ой, ну ладно, давай попробуем. Давай попробуем
Придется мне, наверное, опять брать кого-нибудь из слабеньких. Здесь, в принципе, ничего страшного нету. Ну, естественно, конечно, Донателло массовая атака, да? Даже, по-моему, двух Донателло массовая атака. Плюс, ага, еще Рафаэль здесь у нас из видения. Ну, давай попробуем. Так, что у нас делает Усаги? Я хотел бы, конечно, получше, чтобы здесь произошло все. Но... Так, тихо, тихо, тихо. Хотя, ребята, все хорошо. Они погибнут. Ну, Донни, давай, отдупляйся. Ну что же, тогда двигаемся с тобой далее. Посмотрим, у нас была 40-я позиция, да? Нам нужно было 4 боя как минимум сделать. Если мы сейчас не попадем, конечно, с тобой на... Где-то 29-ю, но это вряд ли. Нет, мы попали. Именно на 29-й ранг. Слушай, хотя, может быть, мы с тобой сможем. Так, Анжелика, Скотт и Хайдау. А я возьму Анжелику, мне она нравится. Да. Так, и вот я думаю, мы, наверное, возьмем здесь с тобой одного Усаги. Плюс Бакстера Стукмана, Рафаэля. Так, Бакстер. Угу. Я боюсь, что они по инициативе, наверное, меня смогут переплюнуть. Обычно у нас Леонардо с вами выпендривается, да? А здесь, если я возьму морозильную кошку, ну, предположим, я возьму даже сюда. А дальше-то что? Нет, ребят, ерунда это все. Придется Леонардо забирать, как ни крути. Не хотелось мне, конечно, так делать, но, видишь, обстоятельства просто вынуждают. Давай попробуем. Еще у нас с тобой сегодня смятение из другого измерения прохождения. Там, ну, прилично, боев 12-13 у нас точно сегодня будет. Ну-ка, родной мой Усаги, не подведи меня. Так, он крутит-вертит. Ну, в принципе, нормуль. Даже, наверное, мы пройдем. Так, добивай. Была 29-я позиция. Думаю, где-то сейчас должна быть 19-я. А может быть, 21-я. Ну, наверное, не меньше. А если меньше, то это будет трындец полный. Ну-ка, смотрим. Блин, 19-я. Ладно, ладно. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть поменьше, чтобы было. Но у нас с тобой два отката. Вряд ли я уложусь, конечно. Придется, судя по всему, покупать. Ну-ка, давай сейчас купим сразу $250. Отдадим. Чтоб потом, как говорится, не подрываться, не... будоражить, да? Никого и ничего. И здесь у нас Заурбек. Именно с ним мы подеремся. Так, у нас еще с тобой Рафаэль есть, да? Рафаэль и Бакстер Стокман. Но я думаю, как раз вот их и хватит для двух последних наших боев. Именно на лиге. И я надеюсь, мы сегодня зайдем в топчик. Именно ради этого все делается. Поехали. Так, Усаги крутит. Ну, неплохо. Неплохо, я тебе скажу, постепенно урон висит на ком надо. И они все отдуплились. Прикинь, они должны были сходить. Если бы вот на них не было постепенного урона, у них инициатива слишком большая, и они бы хотели подорваться. Но не судьба. Так, давай 9-ю позицию мне. Хорош выпендриваться. О, 6-я. Ну что же, друзья мои, еще даже лучше. И последний у нас с тобой бой здесь. И возьму-ка я, наверное, Трэвиса. Берем Трэвиса, делаем с тобой два последних отката на сегодня. Бакстер Стокман и... и вот эти вот. Будет Крысиный Король плюс Микеланджело фильм. Ну, ты сам понимаешь, что от Крысиного Короля и от Майки здесь толку ноль. Здесь меня пугает только один. Точнее, два. Это Караечка и Рокол. Вот он, Рокол, вот Карайка. На них висит постепенный урон, так что все будет тип-топ. Так, тихо! Ты посмотри, какой жучер, а? Блин, хорошо, что Крысиный Король выжил, а? Успел все-таки блокироваться, а так бы упал бы. Ну что, ребята, я вас уже официально поздравляю, да, и себя тоже. С первым местом в лиге мастеров 3 звезды. Вуаля! Ну что же, теперь остается ждать только лишь... окончание недели. Так, что у нас там в магазине? Ничего новенького не появилось? Не-а, абсолютно ничего нового. Так, ну тогда мы с тобой пойдем в приключения, да? Да что ты делаешь?
и смятение из другого измерения. Мне нужно пройти еще два боя здесь. Так, начнем, пожалуй, вот с этого. Блин, Бакстер Стокман, может быть, его не брать, а? Давай я Армагошу лучше возьму. Я не могу понять, почему так происходит. Уровень у Армагона с Бакстером одинаковый. Но почему Бакстер, точнее Армагон, стоит очень-очень далеко от Бакстер Стокмана? В чем проблема? Как они так распределяют это все дело? Подожди-ка, а почему у них броня? Это грибок этот мелкий, да? Напыщенный смог сделать это все. Кусь. Так, постепенно урон не повесили, это плохо. Ну, да что ж такое, Рафаэль даже мало отнял у него здоровье, ты прикинь. Вот так вот Усаги делает бравые дела. Так, мы с тобой переходим к следующему хан. Здесь у нас хан. Наверное, я думаю, вертушку здесь впору сделать. Без риска. Ты посмотри-ка, выжил. А если я ракеты выпущу? Воу. И Джастина мы с тобой ушлепали. А, кстати, вот я сейчас сделал, да, суперудары вот эти. А ведь у нас с тобой оригиналы сейчас будут. Черепа, точнее, не оригиналы, по-моему, классические. Или оригиналы. Так, я уже подзабыл. Классика у нас, друзья мои, у нас с вами классика. Так, уклонение я, по-моему, не тратил. Давай-ка я возьму, наверное, сюда Донателло. Да? Я думаю, самое то будет. Самый топчик. По крайней мере, его защита нам здесь точно пригодится. Ну что, в начале уклонения, как всегда, это наше табу. Мы всегда это делаем. Так, теперь ударчик. Постепенный урон на всех, кроме Дони. Поэтому мы его... Да ё-моё, я хотел Дони ударить. В плане, а как Рафаэль вышел-то? Вот жук, ты прикинь, вот это он жучара, а? Ладно. Так, массовая атака. Ну, слава богу, мы с тобой меткость не потеряли. А вот защиту я, пожалуй, поставлю. Ну что, добьем мы его? Нет, Майки это не под силу. Н-н-н. А вот Усаги, да. Вторую атаку делает. Нормуль. Пробьем Рафа, как думаешь? В легкую. Просто если бы мы сейчас его не пробили, я больше чем уверен, он применил бы суператаку. И 100% мог бы кого-нибудь мне ушатать. Хотя бы одного бойца. А мне это нежелательно, это не нужно. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И у нас Шреддер. Блин, тоже, кстати, не очень хорошо мы к нему пришли. И у нас суперударов-то нету. У нас с тобой нету здесь уклонения. Есть только отхилы, ну и защита. Да, что-то я об этом как-то не подумал. Ну что, надо бибопчика нам в первую очередь. Тихо ты. Ушатать. Хилочку пока не трогаем с тобой. Давай так вот врежем. Заблокировали способности, но, соответственно, бибопчик у нас отдыхает. Так, наверное, хильнуться надо, да? Или не будем? Не будем пока. Пока вроде бы нормуль все. Так, давай этого огреем. Так, ну что, добивать? Нет, вот теперь надо подлечиться, ребят. Потому что, ну, здоровья маловато. А там, тем более, не забывай Шреддер. Он сейчас начнет и бафаться. Может быть, возможно, призовет этих балбесов. Да-да-да. Выступает еще по новостям, главное, да? На шестом канале. Ну что, поехали. Слабо. Ну, пол хп отняли, ладно. Поехали далее. Так, сейчас он делает что? Баф. Поставил на себя броню. Плюс отхил. Сделал, причем зверский. А ну-ка, блокирнуть получится у нас? А, у него иммунитет, ребята. Понятно. Ну, Донни что-то там все-таки сделал немножко, да? Все, ребята. Шреддер наказан. А у нас еще целая череда прохождений. То есть первый круг у нас пройден. Теперь мы переходим с тобой на второй круг, где надо будет сделать... По-моему, мы считали с тобой где-то 11 боев, да? Пиццы у нас с тобой за глаза. Так что поехали. Будем возюкаться здесь. Давай-ка я возьму, наверное... Нет. Армагона брать не надо, потому что здесь хан. Вот если бы не было его, я бы, скорее всего, взял бы Армагошу. Так, Ванюша, ну что, давай попробуем тебя без всяких тут спецатак бомбануть. Ну-ка. Не получилось, да, заблокировать? Ладно, хорошо, добиваем его. Эти тут по выстрелу сделали.
Ну что, добьем? Дони? Нет? Не хочешь? Не сработал, видишь, у нас только двойная атака есть на Леонардо. А, нет, и на Усаги повесилась, и на Донателло. То есть она автоматически может кастануться на любого бойца, да? Но, я так понимаю, не каждый ход. Вот этого партизана надо бы вальнуть, но я, наверное, сделаю массовую атаку, чтобы уж наверняка. Упс, а если так? Замечательно. Так, крип. Не пробьем мы его, скорее всего. Ай-яй-яй. Ладно, не беда. В минус. И пиццелицей. Да ладно, не может быть такого. Все. Ну что, друзья мои, первая наша победочка на втором кругу. Хотел уже сказать кругу ада. Не знаю, к чему это я. Ну что же, двигаемся. Здесь мы собираем все. Здесь у нас будут оригиналы. Давай, наверное, мы пойдем вот с этой стороны. 55% завершено задание, как ты понимаешь. И, наверное, я возьму здесь Дони. Хотя надо было Армагона взять, потому что ему нужно восстановить здоровье и восстановить его супер удар. Опа-на, Север Монтес. Так, тихо, ребята, давай-ка накажем его. Усаги, да чтоб тебя. Сейчас ударит. Нет, не успеет, наверное. Ну-ка. Ушатали мы его. Так, минус консервная баночка. Ну, Донателло здесь, конечно, слабоват. У него, кстати, такие же атаки, как у Микеланджело. Слабые. Ну что, двигаемся далее. И тут у нас Крип и Змея-Карай. Ну, я думаю, что, наверное, убрать надо Крипа в первую очередь. А теперь Змея-Карай. Ну-ка, если так. Замечательно. Ну и остаются у нас голодранцы, которых мы с тобой вообще порвем на изи. Раз. Давай второго. А, это же Донателло, ё-моё. Это бесполезно. Массовая атака, да? Ну сейчас тебе прилетит. А, у него броня. Слушай, у них у обоих броня. Ну-ка. Все, сбили. Теперь добить получится. Две атаки. Так, нормуль. А здесь? Ну давай кто-нибудь, Усаги, сделай его. Все. Так, это у нас был второй с тобой поединок. Вторая битва. Там будет третья, четвертая, пятая. Ну, хочется как-то, знаешь, быстро пролететь, но не получается. А так, с другой стороны, играешь, глазом не успел моргнуть, как ты уже идешь на Крэнга. Угу. Так, ну что, я, наверное, все-таки возьму здесь Бакстера Стокмана, друзья мои. Надо его хильнуть. Надо его хильнуть, чтобы у него было фулл ХП. Так, вот Рокстеди. Давай, наверное, уклоняшку поставим. И будем бомбить. Так, заблокировать не получилось, понятно. А вот это плохо, друзья мои, вот это вот плохо. Сейчас, возможно, потеряем с вами. Хотя нет, все отлично. Леонардо вовремя подоспел. Так, и провешиваем люлей. Раз. Два. Так, сюда удар. И сюда пару ударов. Я говорю, ах ты, у него не было двойной атаки. Ну что, переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас... Ага, Острозуб, Бибоп и Крип. Ну-ка. Отлично. Слушай, ну тут вообще на изи. Посмотри. Так, Крип, не выделывайся. Да ёпрст ты, как так-то? Нет, ну майки, конечно, ребята. Вот я еще раз говорю. У Донателло есть массовая атака, есть защита, да? Броня. У Майки, у него есть уклонение, у него есть хил. Ну по атаке они, ну такие вот никчемные, просто никчемные. Смешно смотреть, на них даже рассчитывать нельзя. Если ты хочешь, ну, как бы, кого-то добить. Понимаешь, именно добить. Они не смогут этого сделать. В связи с тем, что у них слабый урон. Они идут больше, наверное, как саппорты все-таки, как ни крути. Так, ну что, давай начнем. Ой, надо было Рокзара бить-то, ё-моё. Ты что делаешь, а, Майки? Так, у них еще отсрочка лежит. Ну-ка. Это фигня все, ребята. Нам нужно Рокзара уничтожить. Опа. А теперь разобраться вот с этими голодранцами. У них защита от смерти есть, стоит. Ага, второй удар сделай. Готов. Так, вторая волна. И здесь у нас кто?
Ну, Рокстеди. Так, давай сделаем, наверное, массовую атаку. И они сейчас все у нас отдуплятся. Постепенный урон висит абсолютно на всех, ребят, так что давай по Рокстеди ударим. И валуном, наверное, все это дело завершим. Шикарно. Ну что, мы, считай, с тобой одну сторону прошли. Надо будет еще вторую пройти и серединочку, да? Так что не расслабляемся. А потом еще, по-моему, три атаки до Кренга. Поехали. Так, у нас здесь, в принципе, вот здесь ничего сложного нету. Здесь все очень легко, поэтому я возьму сюда Криса Брэдфорда с его проникающим ударом. Так, ну что, нейтрализатор, но его, естественно, нужно в первую очередь, друзья мои, подбить. Ой, зачем? Майки, ну ё-моё. Так, Усаги должен, в принципе... Ага, заблокировал. Ну, хотя бы на этом спасибо. Так, добиваем. Давай-давай, Лео. Мутант-белка. Так, тихо, таракан, выделывается здесь. А, он провокацию сделал. Думаю, что он... Я хочу белку добить, а он пошел на таракана. Так, ну что, мы его ушатываем. И давай-ка вот здесь попробуем нахлобучить. Окей. Кто у нас тут? Тут у нас... Ребят, давайте сделаем месть, а? Давненько мы с вами не юзали ее, да? Поэтому... О, с удара. Поэтому нужно протестить. Так, муху уложим? Уложим. Так, давай-ка попробуем так, проникающим. Опа. Нормуль, добиваем. И пиццелицей собственной персоны, да, у нас тут. Заблокировали и добили. Блин, зачем я делал месть? Хотел проверить. У меня даже не было такой возможности. Месть срабатывает только тогда, когда противник бьет одного из наших персонажей. Тогда Усаги подрывается и делает типа как контр-удар. Ну что же, мы с тобой двигаемся далее. Так, нам надо начинать... Вот отсюда получается раз, три боя, три, и еще тут два. Пять боев, друзья мои, всего лишь пять маленьких, быстреньких боев. А если я возьму здесь Рокзара, а? Что скажешь? Будем с тобой просто тестить. Где-то Рокзара, где-то Армагона. Ну, чтобы комбинировать, так сказать. Крис Брэдфорд, да? Слушай, ну с ним тоже лучше не шутить, потому что он, если может... Проникающий свой сделать удар. А мы знаем, он довольно мощный. И если попадет под крит, а тем более такому персонажу, который имеет еще слабое действие против него, он его уложит. Или отнимет очень-очень много здоровья. Так, ну что у нас тут? Ну давай начнем с... Нет, с тигра. Или с мухи надо было, блин. Фиг его знает. Ну-ка, добьем. Нифига не получается. Раз, отлично. Так, ну что, муха, пора тебе дуплиться. Ты на удар. Постепенку повесим? Повесим. Вот, кстати, у Рокзара есть, да, вот когти с постепенным уроном. Но, ребята, он такой слабый, этот урон постепенный. Поверь мне. Вот, хотелось бы посмотреть. Вот давай... Нет, нельзя пропускать, потому что он сейчас может гранатомет свой достать и звездануть. Видел? Сколько мало наносит он, ребята, урона. Именно... От постепенки. Так, слушай, у нас здесь Майки в опасности, если честно. На нем висит постепенный урон. Так, секунду, они начинают в него бомбить. Как спецом, а? Да, ребятушки, как спецом начинает бомбить либо в самого слабого, либо который весь в дебафах, чтобы его как можно быстрее уничтожить. Но не тут-то было. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И... Вот он. Бой очередной. Так, ну пускай будет Бакстер Стокман. Рокзар уже, как говорится, свое подрался. И здесь у нас Бакстер Стокман вражеский. Ну что, надо его укладывать быстренько в люлю. Так, молодец, Рафаэль. Чтобы он не успел здесь пикнуть, выпустить своих маузеров или еще что-нибудь в этом роде. Так, ну мы его уже заблокировали, так что можно быть спокойным. Поехали. Да ё-моё, он провокацию взял. Воу, вот так у него еще. Все, ему крышка. Замечательно, друзья.
Ну что, у него месть? Дай-ка я, наверное, хильнусь, потому что у Бакстера Стокмана очень мало здоровья. И рубим. Так, переходим. Ну и кто у нас здесь? Ну, друзья мои, это ватные, ватные противники. Я думаю, вертушка, наверное, здесь многое что зарешает. Муху добиваем. Ну и, соответственно, пиццелицу тоже уничтожаем. Есть контакт. Ну, как вам? По-моему, то, что нужно. Ну что ж, двигаемся тогда далее и смотрим, кто у нас там будет. А, у нас сейчас будут оригиналы с вами, друзья мои. Да-да, именно оригинальные черепашки. Так, раз, два, три, четыре. Давай возьмем Бакстера. Почему, ребята, его беру? У него еще сохранилось две суператаки. Это волна и это вызов маузеров. То есть массовые атаки как раз против них. Хотя, может быть, даже они и не доживут. Начинаем с уклонения. Дальше делаем постепенный урон, надеюсь, на всех. Да, все отлично. И, блин, вертушка не то сделал. Хотя нормуль. Нифига, ребята, в первый раз они у меня вот так вот одновременно падают от постепенного урона. Вот это круто было сделано, на самом деле. Мне понравилось. Так, ну что же, мы переходим с тобой на последние два боя. И Крэнк, бедолага, как всегда, всхлопочет от нас. Как всегда. Я же говорил, что до Бакстера Стокмана не дойдет очередь даже, чтобы он сделал свой суперудар. Так, Змейка Вьюн, да? Собственной персоной. Ну давай, давай с ним разберемся. Так, подожди, почему ты бьешь этого? Я же на Змейка Вьюна кликаю. Почему-то он всегда срабатывает, вот. Двойной атаки пока нету, к сожалению. Так, вот Лео должен вырубить. Красавчик. Минус. Подожди, не минус, ребята. Там у него была отложенная смерть. Так что ему повезло, так же как и вот этому повезет. Сейчас смотри. Сейчас Усаги сделает удар, видишь, что происходит. И только Лео добивает. Так, ну что, идем с тобой на последнюю волну. Ну тут ничего страшного нету. Абсолютно, мутагеноид плюс бибоп. Естественно, лучше начинать с бибопа. Так, эти еще тут хмыри мешаются только. Ты посмотри, а. Провокацию, а нет, месть. Он взял на себя месть. Сейчас будет бомбить, да? Ну да. Так, ушатать нужно бибопчика. Теперь, да давай волну сделаем. Ух, а почему так слабенько-то? Мутагеной, ты чё? Совсем что ли опух? Так, слушай, сейчас... Ать! Мимо, отлично. Шлепнули. Ну а с этими, ребят, все на изи. Добиваем. Ну и вот, как говорится, момент истины. Мы добрались с тобой до Крэнга. Блин, сегодня как-то надо попробовать снять серию по черепашкам Маднес. Все никак руки не дойдут, друзья мои. Ну что, поехали. Так, подожди-ка, подожди-ка секунду. Мне лучше, наверное, Донни взять. Да, я возьму Донателло. Хотя можно было бы и Бакстера оставить, в принципе-то, да? Ну ладно. Значит, первый у нас здесь идет Рокстеди. Уклонение я пока не буду делать. Заблокируй, пожалуйста. Ну, есть. Так, теперь что мы с тобой сделаем? Ну, добьем это, понятное дело. Дальше. Когда нам с тобой... Давай-ка я поставлю защиту. Это заранее. Плюс уклонение. Это что мы сейчас пошли на Крэнга, у нас уже все было набафано. Так, и уничтожаем. Ну, где это там? Мегамозг. В киборге, в роботе в этом. Вылази давай, мы пришли по твою душу. Вот он, друзья мои. Такой довольный. В атаку, кричит там. Хоп-хоп, там разминочки, все дела. А мы вот так вот начинаем. На тебе. Так, тихо. Промахнулся. Дуралей. Так, мы делаем с тобой супер усиление нашей команды. Ох, сейчас тебе не поздоровится, Крэнк. Ох, не поздоровится тебе. Ну-ка. Раз. Два. Еще и заблокировали ему способности. На тебе.
Все, друзья мои. Крэнк на самом деле очень и очень легеньким для нас. Я вот не помню первой серии, когда я к нему вообще приходил. Как я его там убивал? Наверное, еле-еле, да? С горем пополам. Я до сих пор помню, как в первый раз прошел смятение из другого измерения. В первый раз вообще полностью. Это было для меня, конечно, что-то. Плюс, когда я узнал, что здесь можно фармом заниматься. Ну, фармом я имею в виду получать вот эту вот колоду. Плюс каждый сундук еще открывается. Вот это для меня было, конечно, супер новость. Так, ну что, Леонардо оригинальный, 2 ДНК. На Майке классика 2 ДНК. Опять 2 ДНК. Рафаэль классический 2 ДНК. И 360 сюриков. Так, вскрываем сундуки. Острозуб, тигр, Бакстер. Так, тихо, пошло, 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 поехало. Эйприл, караечка, но выпадает. Здесь Хан, Джастин. Так, и судя по всему, все, да? Ну, скудненько на самом деле, скудненько. Здесь нам выпадает Донателло, классика. Здесь Леонардо, оригинал плюс Донателло, по одной ДНК. Оу, классические, да? Майки, Лео и Рафаэль. Причем у Майки аж 3 ДНК выпало. Это круто. И Донателло оригинальный, ребята, тоже 3 ДНК выпало. Это классно. Плюс 2 ДНК на Леонардо классику. Ну это же вообще классно. А знаешь почему? Смотри внимательно. Если мы с тобой зайдем в предметы. Так, на монеты, да? Смотри, у нас Донателло 69 уже имеет ДНК. Майки классический получает 66. То есть, ну прикольно же. А почему у нас вот здесь? У нас что, Леонардо с вами прокачан по полной программе? Я что-то я не верю в это. Или его нужно прапать? А ну-ка, где у нас Лео? Ага, действительно, у Лео фул звезды. Надо же, как он быстро у нас раскачался. Но он крутой парень, тут ничего не скажешь. Да, друзья мои? Ну что же, в принципе, неплохо мы сегодня повоевали. Мне понравилось. Так, у нас с тобой, кстати, есть сыр. Да-да-да-да-да, есть сыр. Из-за этого мы давай немножко здесь попробуем пофармить. А ну-ка. Ну смотри-ка, как нам повезло. Кожа головы, сразу 3 ДНК. Ну разве не прелесть, а? Давай еще разок. Нет, это плохо. Да ну хорош. Издевайтесь, да? Понятно. Начинается, короче. Ну, естественно. Ничего больше мне не дадут, судя по всему. А, нет, Донателло ролевой достался. Ну что, попробуем еще попыточку. 50 жетонов. Но все равно 3 ДНК на коже голову, я считаю, это неплохо, друзья мои. Это неплохо. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!